Здравствуйте! Вы смотрите прогноз погоды на канале ЭНСК-49. Атмосферные процессы не меняются, сохраняя на юге Западной Сибири антициклон с нежаркой, но солнечной и сухой погодой. Далее более подробный прогноз. 13 июня в Новосибирске ночью без осадков, днем дождь, гроза. Ветер западный 2,7, днем порывы до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит плюс 8-10, днем столбик термометра покажет 16-18 градусов выше 0. Вы смотрели прогноз погоды Западно-Сибирского метеоагентства. На этом я прощаюсь и желаю отличного дня.